Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на интересного, думаю, для многих героев. Многие ее используют, я, честно говоря, использую мало. Это у нас будет Фрэнки. Вот такой вот сборочки. Священный огонь плюс выживание рунами. Возможно, каменку потестируем. Дефный вариант, в общем, на нем дофига хп. Как видите, в районе 800 тысяч, даже больше. Плюс будет отхиливать себя за счет выживания. Доспех стоит плюс 25%. По снаряге сейчас посмотрим, я уже не помню. Там сборная, да, тут хп. Ну, то есть сборная такая соляночка. Чем герой хорош? Станет дофига, сливается на отражалке. Если атакующий талант, то там вообще сносит себя там с пару тычек. Ну и, конечно же, шатает неплохо. Имеет иммунитет к забору энергии. В принципе, все, больше такого, скажем, ничего в нем интересного нету. Поехали, потестируем его, посмотрим, как он будет сейчас, конечно, держаться в такой сборке. Такс. Ангел у нас, как видите, стоит. Смотрителя у нас нет, отлично. Так, ну 14 тысяч ударили. Вот смотрите, а вот сейчас ударил смотритель. Сразу же минус пол хп. Вот так вот. Так, что-то он там пытается огника шатать. Ну, как видите, урона по нему проходит очень мало. Но смотритель сливает. Вот такой же точно и плюс Фрея. Давайте какого-то другого найдем попроще. Где героя использовать, это в основном PvP локации, потому что больше, ну, где вы его использовать не будете, на фарме точно нет. Чисто PvP-шный такой, скажем, герой. Деф возможно использовать против Ронина на дефе на битве гильдий. Ну и все. Желательно, конечно, ему ставить ремку, чтобы он сразу включался. Такая сборка, как у меня, как видите, не особо активная. Стан проходит по нем, причем проходит очень отлично. Он стоит от башни, ничего не может сделать. То есть ушатать его очень легко, но, конечно, по дамагу он очень интересный. Так, что он там уже кого-то ушатал? Судя по всему, да. Ему не надо там особо атакующий талант, как видите, он и так дамажит нехило. Но танчит неплохо. Надо будет как-то один на один потестировать против огника. Вот посмотрите на ворожая. Там смотритель больше сносит, чем тот ворожай. 4000, 20 тысяч. Панчбокс по 20 бьет. Ворожай вообще по нулю выбивает. Так, огник подключился. Ну, еле слили. В общем, вот так вот. А, он такого же Фрэнки слил. Еще интересно то, что у него скиллом увеличивается атака и деф. Тоже так, в принципе, неплохая тема. Ну, собирать, если вы его будете, то собирайте дефный вариант, лучше атакующий. Он, конечно, крутой, наносит много урона, все дела, но он сливается очень быстро, а вот СО намного круче. Так, что-то все какие-то жесткие. Не хотят нам дать попроще противников, чтобы посмотреть на героя. В общем, вот так вот. Фрея по нулю пробивает. Это, конечно, было смешно. Фрея пробивает по нулю. 20 тысяч. Нифига себе. Посмотрите, что он делает. Тут смотритель, конечно, сносит. Вот единственное, вот если бы не смотрители, то можно было бы интересно потрешивать. А так смотритель пол хп сразу убирает. Так, окей, поехали дальше. Поехали на экспедицию. Попробуем его здесь. По чарам доспех можно победный ставить. Варианты разные есть. Так, смотрим. Вот стрелок ему ничего не сделает. Сейчас он будет тут по-любому зарядиться и будет их шатать. Ну, ты будешь заряжаться или нет? Он, походу, доспех все разбивает.
так оно и есть. Такая туча героев, еле-еле-еле. Жесть. Еще не убили? Вот это танк, ребят. Это да. Жесткий. Ну, конечно, как видите, он не особо актуальный в такой сборке, потому что он не активируется практически сразу. Но выживание, как видите, на нем смотрится очень-очень неплохо. Так, давайте поставим ремочку. Перейдем на PvP локации. Посмотрим, что там у него получится или не получится. Так, ну от стана у нас ничего нет. Давайте попробуем пока так. Посмотрим. Так, Farm Team. И ставим его. В общем, герой такой своеобразный, но уже не особо актуален. Так, ну вот есть какой-то, кстати, наверное, с хроном. Интересно, сейчас посмотрим, включится, не включится, пятая. А, нет, слабенький. Ну, как видите, он тут стычки выносит этих. С этими, как бы, проблем вообще нет. Вопрос, что он в топе, ну, вот единственное, что мне он понравился, если вкачать на точность против Ронина. Очень хорошо он с Ронином помогает. Ну, а так, в принципе. Еще на атаке фартов я его юзал. Прошлое смотрел, вроде тоже так ничего. Есть много вопросов по герою. Так, интересно. Посмотрите, что он делает, ребят. Офигеть, я что-то провтыкал, какие там были герои, но он просто там Фрея была, да? Вот видите, как он на рогатке? Подслился. Остальных он просто ушатал. А вот на рогатке, на отражалке. Плюс еще у меня доспех. Из-за этого, скажем так, герои просто тупо с огненкой там, либо с какой-то этой могут ушатываться в отражалку. Хотя у него и так силы много. То есть он будет в любом случае об отражалку любую ушатываться. Так, Гер Патрик. Let's go. Посмотрим, что ты нам покажешь, Гер Патрик. Так, Лазуля включился. Ну, тут без вариантов, наверное, у меня, потому что тут и разгоны, и прочее. Нифига себе, посмотрите, что он сделал. Ну, урон держит он круто, тут спору нет. Так, наконец-то мои нубогерои включились. Включились и сразу выключились. Да, там огник, походу, на урон какой-то был. Ну, он очень будет помогать в пачке на по локациях, именно вот как сейчас забыто. Он сразу же станет несколько героев. В этом очень большой плюс, они не могут там сдвинуться, они не могут заюзать скилл свой, соответственно, мои герои имеют преимущество. Так, ну давай. Слился. Печально. В принципе, с вводом в игру, точнее на этого, на франки скина, кто имеет возможность там донатить, может поставить себе два таланта разных, как у меня здесь, например. Я тестирую один, понравился, слил другой. То есть у вас есть возможность выбора, вы можете сделать базового кого-то, определить для себя, который он у вас там будет, какая сборка, и потом уже вторым талантиком плясать то, что хотите вы. Там менять, не менять, выбирать. То есть это все зависит только от вас. Давай тащи. Тащи их нафиг всех. Анубиса слил. Конечно, тут ему, наверное, торба, да. Тут без вариантов. 15-е. Прорывы.
Это не наш вариант. Так, ну тут должна затащить, по идее, если повезет. Если Фрейя без отхила. Ну, такое вот. Как видите, не особо там он тащер, но на PvP локации можно брать. В принципе, я вам так в основном все показал. Давайте еще на аренку сбегаем, если там есть попытки. Отлично, есть. Блин, называется поставил, задумался. О своем поставил ар, ладно. Чара их ушатает. Вот так вот, ребятушки, посмотрите на эту новую имбу. Ара реально крут. Просто череп немножко круче. Интересно, успеет, не успеет. Ну, заблочь. Красава. Теперь еще посмотритель ударил. И все, без вариантов. Так, фармтим. Его даже сюда не поставил. Так, где там он? Да. На кого мы там нападали? На этого? Сейчас увидите, как он. Вот видите, он просто тупо двоих там убирает сразу же, причем. Можно на него попробовать поставить корку, как вариант для такой локации, но она не особо будет даже тащить. Нужна ремка однозначно одним, а вторым там уже либо полная атака, либо деф. То есть вы уже выбираете, как вы хотите проходить. Ну, тут уж утал, красавчик. Однозначно красавчик. Давайте на вот этого нападем. Вот еще то, что плохо, то, что он бьет рандомных, знаете, не тех, кто даже ближе, не там. Ну, то есть может убить вообще дальних. Фига себе, посмотрите, что он делает. Это что-то нереальное. Не знаю, слил Гаргула нафиг. Сейчас еще и черепа ушатает. Офигеть. Вот это прикол, ребят. Просто тупо разобрал всех. Жесткий тип. В общем, вот так вот, ребят. Не буду я уже дальше показывать. Пишите комменты, что вы думаете. Но, как по мне, СО, наверное, самый универсальный топовый для него вариант. Нету смысла. Либо Огненка. Все, больше нету смысла ничего на него ставить. Все, всем удачи, всем пока.